Это программа «Диволюди». И сегодня у нас в гостях Артем Шевченко, который может останавливать поезда всего лишь рукой. Вот он, пожалуйста. Вот расскажите нам, когда нужно остановить поезд, позовите, блядь. Ты сразу меня, да, блядь? Ты готов, блядь, я тебя готов, блядь, дай поезд, я тут, блядь, заподайте нахуй, что? Ладно, короче, мы так ничего не поняли, но... В принципе, короче, все. Я запонял поезд, но они тогда видервали руку, блядь, а еще просили другу. И, короче, це. Яка. Ну, нову теж просили, почку там... Ну, туди просили почку, короче. Ха-ха! Делать так, блядь! Автобус! Да вот он! Блядь, я долбаю, Уи-па-ла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 -
Не может так жить. Дома. Начали. Ты меня нашел, блядь! Я тебя нашел, вот купить! То есть, на те. А то на все монетки кидать, цей, яке, в дубок. Нахуй воно, мне стиралось, она вся пуста. Ну понял, я тебя на все... Да. Кидать монетку. Куда? Потолок. Ложись на депозит, короче. Да, ты мне научил ложить монетку на депозит. Я тебя за это заебался нахуй! Упс, а что репло? А, блядь. Короче, этот. Как он называется? А, я зачищаюсь, типа, you